Целовать так королеву, воровать так целый дом. В Улан-Удэ установлен рекорд воровской наглости. Накануне вблизи оживленной трассы на Верхней Березовке неизвестные разобрали и увезли приличного размера сруб. Шокированные хозяева обратились за помощью в интернет. Вот, обращаясь ко всем людям неравнодушным, может, кто-то видел, знает. Трасса оживленная. Люди постоянно ездят на Байкал. Вдруг кто-то видел, кто-то знает. Судя по реакции пользователей соцсетей, этот случай не единичный в нашем городе. У нас тоже дом своровали лет 5 назад на Восточном. В 2 часа дом был, а в 6 вечера уже не было. Нашли в зверосовхозе. С такими ценами на стройматериалы и не такое можно ожидать. Да, жалко парня. У нас в соседнем ДНТ не дом своровали, а мебель подчистую вывезли. У соседей спрашивают, они не в курсе. Почему? Потому что перестали знакомиться и общаться. Сбили ребенка и сбежали. Накануне на улице Тобольская в Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 12-летнего мальчика. Водители-пассажиры бросили машину на месте ДТП и сбежали, не оказав ему помощи. Позже их задержали сотрудники полиции. Оказалось, водитель был пьян и без прав. А машину угнал пассажир, сотрудник одной из СТО Улан-Удэ. Пострадавший мальчик сейчас в больнице в состоянии средней тяжести. Гигант в аэропорту Байкал. На днях улан-удэнский аэропорт поставил новый рекорд. Там приняли один из крупнейших транспортников в мире – Ан-124 «Руслан». Он приземлился для дозаправки. Директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев не смог сдержать эмоций. 100 тонн керосина. Мощь! В международном аэропорту Байкал идет техническая посадка, дозаправка Ан-124-го. Работаем. Вот подтверждение, что в Улан-Удэ. Возможность принимать самые тяжелые самолеты мира в Улан-Удэ появилась в конце 2018 года, после строительства новой взлетно-посадочной полосы. На нее потратили 4 миллиарда из федерального бюджета.